Здравствуйте, дорогие мои подписчики! Сегодня хочу вам показать свои ахименисы и рассказать, как можно добиться наиболее обильного цветения у этих растений. Итак, растение посажено в разный период, в разное время, чтобы вам показать, как они выглядят на разной стадии роста. Сначала покажу чисто теоретически. Итак, получается, что растение всходит, оно имеет один стебель. Когда мы прищипываем вот в этом месте, то у нас идет разветвление, и получается из одного два. Может быть, не два, может быть, два, три, несколько быть. Ну вот, как правило, обычно два бывает. Затем их мы снова прищипываем в этом месте, и у нас уже на этом месте 4 получается. Таким образом, сколько бы мы ни прищипывали, у нас получится, что идет увеличение. Но слишком много не нужно этого делать. 2-3 достаточно. Вот, покажу вам растение, которое в сорт какой-то взошел. Всего один. Он не прищипнутый. Вот он имеет вот такой вид. И чтобы добиться разветвления, вот он, это у нас рисунок один. Это вот он. Вот такого вида. Чтобы добиться разветвления, как на рисунке 2, нужно вот эту макушечку просто прищипнуть. Все. Затем из этого места уже будет расти, допустим, 2-3, может быть, отростка. Вот это следующий покажу вам. Вот эту, вот он низко был прищипнут. Тут у нас получается, сейчас посмотрим, несколько штук вот идет ответвлений. Вот эти бы я еще раз вот отщипнула. Жалеть не нужно, можно нещадно. Они легко отрываются, можно маленькими ножничками это все делать, как вам удобнее. Вот, вот эти здоровые, но они не прищипнутые, вытянувшиеся, видать, им не хватило света. Ну, мы их сейчас прищипнем с вами и получим затем разветвление и более обильное цветение. Вот, вот этот росток, он на стадии как раз был уже оборван. И вот один у нас вырос, одно ответвление. И будет расти еще. Вот здесь тоже видно, вот ответвление. И вот оно. Вот этот мы еще раз прищипнем. И будет он бы как кустик у нас. Покажу вот на других примерах. Вот у него, вот у этого растения получается две макушечки уже. Вот он. Видно, не видно. То есть растение разветвляется. И идет более обильное цветение. Вот покажу, вот на этом наглядно видно. Вот они раздвоились. Если мы вот эти макушечки еще раз уберем, то будет у нас очень хороший кустик. Вот эти вот, сейчас покажу. Это ампельный сорт, они вообще длинные, я их очень много раз прищипывала. Вот такой же кустик у нас идет. Это вот, в этом хорошо видно. Вот это растение очень много раз ответвляется. Вот оно. Его я много раз прищипывала, чтобы показать, как он может ответвляться. В принципе, тут ризом немного, но он уже пышный и красивый. Вот эти красивые вот. Тут у нас идет растение, и от одного ствола идет 3 ответвления. Их можно еще прищипнуть, но можно и оставить так. Вот у нас вообще вот этот много раз был прищипнутый. Какой красавец. Вот от одного корня, получается, идет 4 ответвления. Очень красивое растение будет. А вот этот был прищипнут на маленькой стадии. То есть он был очень низенький. Я его начала очень рано прищипывать. И он такой красивый, компактный кустик, но уже с ответвлением.
Таким образом, хочу сказать, что обязательно один раз нужно прищипывать обязательно, чтобы были растения не вытянутые. Можно 2-3 раза. Хотя 3, возможно, даже и перебор. Ну, я вот свои подхожу, увижу, что нужно прищипнуть, прищипываю. Это у меня горшочки транспортировочные. Затем они будут пересажены в более красивые. И уже в следующий раз я надеюсь, что покажу вам цветение этих эпхименисов. Всего у меня 14 сортов. Это не очень много. Но расширяться с этими растениями я не хочу, потому что 14, я считаю, это достаточно. Там присутствуют и белые, и красные, и сиреневые, и желтые, все расцветки. Поэтому, если заводить еще больше сортов, это уже, я считаю, излишество. Хотя 14, это я считаю, много. Но сокращать всех жалко. Вот. Такие вот они у меня красивые. Когда я их пересажу, тогда они пойдут жить на балкон на все лето. Летом будут расти и цвести. Цветут они до осени. Очень обильно и красиво. Большое спасибо вам за внимание. Надеюсь, было понятно, как нужно их прищипывать. Если непонятно, спрашивайте, задавайте в комментариях. Обязательно отвечу. Надеюсь, видео было вам полезно. Большое спасибо вам за внимание. До новых встреч!